Ну, вы знаете, каждому человеку интереснее побыть со своими близкими, да? В новом воплощении никуда от них не деться, а уже кем — совершенно все равно. Недавно вот мы с мужем бежали из парка под дождем. И он говорит: молния, молния, сейчас нас прибьет, а тогда убили как раз человека. Я ему говорю: да ты что боишься, ты же индуист, ты же опять воплотишься. Он говорит: ну я же там никого не знаю.